Появление в семье особенного ребенка зачастую делит жизнь родителей на до и после, и возникающие проблемы порой им не решить в одиночку. Поэтому ежегодно для обсуждения волнующих тем за круглым столом встречаются родители детей-инвалидов со специалистами и руководителями различных служб и учреждений. Общение проходит в форме вопросов и ответов. Конечно, у всех детей разные диагнозы, тем не менее проблемы у многих перекликаются. Нужен дефектолог в школе, где обучаются дети, названные учреждения, в которых нет пандуса, возможность увеличить занятий на дому педагогов дополнительного образования и многие другие. Разговор шел и о работе реабилитационного центра. Учреждение обслуживает весь регион, но у Кумертау больше квот на получение курсовок, чем у других муниципалитетов, отметил директор центра. Стараемся, да, наш город не обижать. Они по 4 раза где-то по 21 дней бывают у нас. Ну, на следующий год мы дневную группу еще открываем. Вот будет дневная группа, у нас они уже побольше будут ходить. В ходе встречи родители могли получить ответы на свои вопросы и в то же время услышать комментарии по другим темам. Так, например, живой интерес вызвала работа Центра адаптации «Современник», занятия в Центре детского творчества, а также планируемый творческий фестиваль для детей-инвалидов. Такая встреча нас только объединяет. Мы как бы вот все вместе собираемся над своей общей проблемой. Мы ее высказываем, мы говорим, нас слышат, принимают важные меры к этому нашему обращению. Мамы очень довольны, потому что здесь решаются вопросы, которые мы не можем отдельно решить. Большое спасибо организаторам за проведенный круглый стол, потому что все вопросы, которые были подняты, я думаю, будут решены. Участники встречи постарались дать наиболее полные ответы на обращение. Те вопросы, которые нерешаемые сиюминутно были записаны, и они будут решаться однозначно, ответы получат по всем тем вопросам, которые сегодня не были озвучены.